снимаю видео, на сегодняшний день какие розочки у меня цветут. Это вот продолжает цвести прориджой. Я ее уже покромсала суками прям. Здесь вот все висело. Дождь, град, дождь, и все такое, ураган был. И оно, растение, повисло. Поэтому я его все обстригла. А вот здесь вот начинает цветать эмильен ее. Какой-то невероятный цвет. Эмильен Гийом. Дальше. Здесь вот Восточный экспресс. Красотка. Это первая моя роза, которую я посадила, с которой все началось. Вот. Это топаз. Вообще. Топаз. Очень красивая. Дальше что здесь? Это вот начинает зацветать розочка Супер Трупер, по-моему. Вот это вот кофе брейк. Только начинается. Белая спрейка. Такая симпатичная. Она такая белая, кремовая. Вот это бархатная. Бархатная розочка. Красивая очень розочка. А вот это оранжевая спрейка. Мандаринка как-то называется. Ну, спрей розы. Оранжевая. Красиво. Вон беленькая спрейка еще маленькая. Видно? Вот начинает. Ну, это прям кипельно-белая. Вот здесь будет фуксийная спрейка. А вот здесь коралловая амбре. Спрейка. Вот, сейчас пойдем вниз. Здесь лилейники. Вот они у меня все в лилейниках. Уже выпустили стрелы. Скоро тоже начнет цвести. Здесь у меня что начинает? Цветает. И за ней вот сидит алабастр. Зацветает алабастр. Беленькая. Красоточка. Посмотрим, как будет. Спускаемся вниз. Здесь вот начинает зацветать. Это розочка Августа Луиза. Вот-вот раскроются бутончики. Красотка. Это вот цветет сейчас вовсю роза с непонятным названием. Она же гейша, она же Yours Friendship. Ой, Yours Continent Friendship. Вот. Она, ну, я склоняюсь к тому, что это King's Pride, по-моему, да, King's Pride. Гордость королей. Очень на нее похожа. Вот. Если кто-то может в моей розочке угадать что-то кого-то знакомого ему, напишите мне, пожалуйста. Но она, конечно, очень красивая. А покупалась она вообще как императрица в фарах. Вот так вот бывает. Так, это вувузелка начинает. Вот он, бутончик. Красивенький. Это карамель антик. Кстати, она похожа на вот эту розу, которая не с непонятным названием, в оттенке, в раскрытии. Да, а это романтик антик. Нежный розовый цвет, вообще класс. Класс, жду от нее прям, вот, прям не знаю, ее с нетерпением жду, какой-то у нее такой оттенок. Эту розу покупалась как гейша. Но она чем-то похожа с ней, но она больше похожа на вместе. Вот это как гейша, так как императрица Фарах. Так бывает. Так, это спреечка, типа спреечки. А это вот парадиз. Парадиз такая вся, она как из атласа. Ткань такой, знаете, есть мокрый атлас. Вот она очень похож. Вообще красоточка. Красивая очень роза.
Вот, на сегодняшний день вот это вот все, что у меня цветет, и на бутонах. Очень красивые розочки.